Бонд покинул научный центр. Умно, учитывая, во что он его превратил. Да, Бонд. Скажите, пусть звонит в аэропорт Майами. Там вот-вот рванет. Димитриос нашел нового спеца по бомбам. В аэропорту эвакуируют офисы за терминалом Си. Пожарная тревога. Ложная тревога. Пожара нет, это обманка. Там что-то другое. Димитриос не пошлет одиночку. Есть поддержка. Сначала разберитесь с ними. Терминал почти пуст, мы захватили офис. Здесь только наши люди. Когда мы получим контроль над сетью? Уже началась. На заражение всей сети уйдет примерно пару минут. Вот. Мы перестали получать данные от сети Аэрозона. Вероятно, в систему запущен троян. Подключите нас к ближайшему серверу, чтобы мы могли его обойти. Сервер находится в специальном компьютерном зале за толстым стеклом. Порты, погода каждые полчаса. В эфире Майами 1290. С вами Уолтер Уильямс. Далее опробка. Лия, долго ли будем ехать домой? Падение вертолета к востоку от 35-й магистрали парализовало движение. 7-я авеню перекрыта в обоих направлениях между 20-й и 21-й. Полиция продолжает расследование в научном центре Майами, подъезды к которому перекрыты. Thank you.
Я на линии. Черт, они отключили сервер. Найдите другой терминал, чтобы мы могли закончить маршрутизацию данных и восстановить систему безопасности аэропорта. Я догоню. Замечена подозрительная активность около одного из серверов. И подключитесь к нему.
Он направлялся в аэропорт на презентацию самолета SkyFleet, однако сейчас ведет репортаж из научного центра Майами, где полиция только что сообщила журналистам подробности о произошедшем здесь инциденте. Брайан, что говорят полицейские? Уолт, это невероятное зрелище. По словам капитан-лейтенанта Грега Сэнга, примерно в 18:25 на пункте Питчерской поступили сообщения о перестрелке в научном центре, который к тому моменту уже закрыл. По прибытии полиции вообще обнаружили все ожесточенные перестрелки и тела убийц. Что эти люди и что они делали в научном центре, пока остается загадкой. Вот и все. Здесь восстановлено. Осталось найти взрывника. У нас проблема. Аэропорт опять в сети. Причина местная. Осмотрите серверные. Вот он. Вижу его. Серверный зал в третьей зоне. Как он сюда попал? Следовать за мной. Цель обнаружена. Мы обстреляли. Нужна поддержка. Прием. Yeah.
90, скоро Майами 1290, зона движения. Дон? Сначала власти полагали, что вертолет находится на 28-й улице, стал жертвой сильного ветра и произошел на всех. Однако вертолет считает, что вертолет был вполне перестрел. Обломки вертолета и показания свидетелей указывают на то, что стрелок, находившийся на крыше крыльевого здания, Дон, как вы знаете, полиция сейчас расследует перестрелку на улице, произошедшую рано вечером в детстве тут все. Ох, полиция задает комментарии, однако неофициально власти связывают полиции. Осторожно, граната! Под обстрелом!
наверняка продадим Хайфина, крупнейшего ладьи. Его готовят в ангаре 2. Не пускайте его через эти двери! Как открыть двери гаража? Взрывник почти достиг цели, он уже в ангаре. Скорее! Убитый работал на человека по имени Лешифр. Он банк для террористов всего мира. Лешифр играл на понижение, надеясь озолотиться, когда прототипа не станет. А на деле он потерял более 100 миллионов из денег своих клиентов, включая деньги угандийского мятежника Абану. Лешифр вышел на рынок с деньгами Абану? Тот точно не обрадуется. Еще одна причина срочно брать Лешифра. Лешифр нужен живым. Более чем. Чтобы вернуть деньги, он устроил большой покер в казино «Рояль» в Черногории. Я включаю вас в игру. Если Лешифр проиграет, мы дадим защиту в обмен на информацию. Вы замените игрока по имени Близ. Вы едете в Черногорию одним поездом. Объясните ему сами.